Самбурова – односторонняя магистраль на выезд из города. Пользуется приоритетом практически на всем протяжении. Однако на этом участке при пересечении с Черноморской установлен знак «Уступи дорогу», который водители часто игнорируют. Только за этот сезон здесь произошли две крупные аварии с пострадавшими, а также множество мелких ДТП. Одно из них с участием маршрутного такси. От удара с легковушкой оно врезалось в угол жилого дома. Трое пассажиров получили травмы разной степени тяжести. Ирина Рыбак – свидетель той аварии. Работает в магазине неподалеку. Говорит, подобные ДТП приходится наблюдать довольно часто. Последняя авария, конечно, я была в шоке. Потому что вот между этим промежутком, между машиной и автобусом шла женщина с ребенком. Это ее чудом не зацепило. Я вижу вот эти картины постоянные, постоянный скрип тормозов. Так водители многие думают, что она главная, поэтому, может быть, и есть смысл ее сделать этот кусок главным. Чтобы устранить очаг аварийности, администрации города совместно с отделом ГИБДД было решено переорганизовать движение на данном участке. Вопрос о повышении безопасности дорожного движения на данном пересечении был вынесен на комиссию по ГИБДД. Обследован совместно с сотрудниками ГИБДД и принято решение до 10 августа изменить приоритет движения, то есть улицу Самбурова сделать главной по направлению Черноморская. Черноморская будет у нас второстепенной, будет нанесена дополнительная разметка, предупреждающая водителей о приоритетах, установлены дорожные знаки на желтом фоне. Ну, считаем, что данные мероприятия принесут положительный результат. Сделать Самбурова главной на всем ее протяжении просили и многие водители. Все сходятся во мнении, что эта мера должна уменьшить количество ДТП на перекрестке. Однако первое время водителям придется привыкать к вновь установленным правилам, и аварии могут случаться уже из-за новых изменений. Но инспекторы напоминают, что если ездить не по привычке, а по знакам, то и аварий будет меньше. У нас люди привыкли ездить по привычке, хотя я призываю водителей транспортных средств при проезде перекрестка все же обращать внимание на знаки приоритета и выполнять их требования. Если стоит знак «Уступи дорогу», надо уступить дорогу, а не по привычке ехать дальше, что здесь когда-то была главная дорога. Все же мы для людей стараемся, чтобы не бились машины и не страдали люди. На процедуру изменения приоритета движения уйдет предположительно 10 дней, а дальше время покажет, насколько принятая мера эффективна.